В жизни казаков конь – незаменимый спутник в бою и помощник в хозяйстве. Поэтому обряд посажения на коня был важнейшим элементом посвящения казачат. Обряд имеет давнюю традицию, принесенную через века. В старину казачка сажали на боевого ретивого коня, и он должен был доказать, что дорос до звания мужчины, удержавшись в седле. Казачий обряд посажения на коня для кадетского класса имени Лаврененко школы номер 2089 состоялся в конно-спортивном комплексе «Звездный». Мероприятие прошло при поддержке администрации городского округа Щелково, Союза казаков-воинов России и зарубежья, Федерации конного спорта Московской области, Московского государственного университета технологий и управления имени Разумовского и компании «Парк Патриот Медиа». Вы видите современную интерпретацию обряда. На участника надевается казачья папаха и шашка, казак помогает сесть на коня, далее круг перед парадным строем других участников. Первая ступень вот у молодых людей на тропу защитника Отечества. Вот этот момент, этот шаг, вот эта ступень, она прошла. И, значит, с сегодняшнего дня перед ними стоит задача обучению, воспитанию себя, да, вот там всевозможным, может, тренировкам и учебе. Для ребят церемония волнительна. Первый раз в седле, в руках впервые настоящее оружие – сабля. Это переход на новый уровень, ты становишься старше. Как это было с присягой кадетской, после нее мы стали старше в этой сфере, с нас больше требовали гораздо. Мы уже второй раз, у нас до этого 7-й класс, сейчас они 8-й ездили, им очень понравилось. Вот и мы решили про вот эту инициативу, ну как бы не инициативу, традицию продолжать, и оно будет из поколения в поколение у нас проходить. По окончании торжественной части прозвучали напутственные слова, и все прошедшие обряд получили памятные грамоты. Такие мероприятия помогают ребятам не только познать традиции и культуру народа, но и, конечно, воспитывают патриотический дух. Евгения Корытько, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.